Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 18 на странице 49 в рабочей тетради по математике для второго класса автором Аром. Найди периметр каждой фигуры и закрась ту, периметр которой можно найти умножение. Чтобы найти периметр каждой фигуры, нужно измерить длины сторон и их сложить. Давайте измерим длины и подпишем. Эта сторона равна 3 сантиметра. Эта сторона равна 3 сантиметра. И эта сторона равна 3 сантиметра. А вот эта сторона короткая, она равна 1 сантиметр. Чтобы узнать периметр первой фигуры, к 3 прибавим 3. Это получится 6. Прибавим еще 3. Получится 9. И прибавим 1. Получится 10. 10 сантиметров периметр первой фигуры. Теперь найдем периметр второй фигуры. Это ромб, ее стороны равны, они все равны по 2 сантиметра. Два плюс два и плюс два. Получится 8 сантиметров периметр второй фигуры. Теперь нам нужно закрасить фигуру, периметр которой можно найти умножение. Это вторая фигура, потому что здесь стороны равны. А раз они равны, то можно заменить сумму одинаковых слагаемых умножением 2 умножить на 4 будет 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.